Югорчане вернулись из экстремальной экспедиции в Арктике. 30 добровольцев из разных концов земли проводили генеральную уборку на необитаемом острове Вилькицкого. Он находится на севере Ямала в Карском море. После распада Советского Союза люди его покинули, но оставили после себя тонны мусора. Волонтеры Арктики пытаются очистить и возродить уникальную природу Северной земли. За месяц активисты убрали территорию площадью в 60 гектаров. Они собрали 500 бочек и 200 тонн металлолома. По разным оценкам, полностью убрать мусор с необитаемого острова получится только к 2021 году. Были деревянные постройки, которые мы тоже разбирали. Метеорологическая станция там находилась. Она тоже, ну, ее раньше там жили метеорологи, делали наблюдения за погодой, но сейчас там остров необитаем, никто на нем, кроме медведей и разных птиц, не проживает. Увидел много песка. Никакой растительности, в принципе, старые здания, военная часть, маяк, модуль. Ну, в принципе, так романтично было.